Всем привет, Игун на связи. Наверняка за эти годы многие из вас видели вот этот видосик от клуба хорошего настроения. Жизнь за Нерзула. Сынок! Ну что еще? Иди быстро сюда. Никто не смеет мне приказывать. У этого видосика есть продолжение. Дело в том, что мальчик вырос, полысел, женился, но не закончил играть в компьютерные игры. Смотрим сюжет. Бой! Кровь и пламя! Никого не щадить! Он меня не уважает! Смерть верным! Жизнь за Нерзула! Муж, привет, я дома! Ты опять за своим компом сидишь, втыкаешь? Что тебе нужно, эльфийская ведьма? Я и моя новая сумочка вернулись из магазина. Мы так рады вашему приходу. А чё у тебя глаза такие красные? На нас напали колдуны. Понятно. Я смотрю, ты опять в туалете часа два просидел. Я размышлял. А почему тогда стульчак не опустил обратно? Так вот, что встревожило ящериц. Хотя бы свет включи, ну ничего ж не видно. Свет испепелит тебя. В общем так, завтра я со своими друзьями вечером иду в кофейню. Меня звали? Да зачем тебя звать-то? Тебе явно с ними и поговорить-то не о чем будет. Тупые твари. Ладно, ты тогда кто? Я Анубарак. А почему не Игорь? Или, например, Витя? Все людские имена для меня звучат одинаково. Ну ты придурок. Я Анубарак. А я так и сказала. Тогда прикончи меня. Так, если сейчас же не прекратишь кривляться, месяц без секса. Друзья мои, мы на распутье. Да что ж за жизнь-то такая, а? Жизнь за Нерзула. Так, быстро в кровать! До рассвета у меня извиняться будешь! Скорей бы рассвет! Нет, ты реально хочешь спать на кухне? Ваша воля исполнится, госпожа! В бой! Черное копье! Надолго я не задержусь! Никого не щадить! Ну ты чё, ты чё? Ой, ну ладно, уговорил. Можешь еще маленько поиграть. Ой.